Всем привет! Друзья, сегодня я хочу рассказать вам очень действенный способ, как учить штрих стаккато. Виртуозный отрывистый штрих. На канале уже есть видео о штрихах, я подробно там рассказываю о всех самых популярных скрипичных штрихах. Кто еще не видел, зайдите, посмотрите, ссылку я оставлю где-то здесь. Для начала сыграем открытую ре-струну. Плотным звуком. Поиграйте вниз и вверх смычком. Затем посредине смычка правая рука сделает движение, которое резко остановит ход смычка. И в конце то же самое. Два раза рука прижимает трость смычка к волосу. То же самое вниз и вверх. Затем мысленно разделите смычок на три таких точки. На четыре. На 5 и так далее до 12 нот. Очень важно понимать, что это движение делает не вся рука, а в основном делают пальцы правой руки, и они нажимают на смычок в сторону указательного пальца. Помогает кисть, помогает предплечье этому движению. Мы остановились на 5, дальше 6. Делите на 6 таких точек, где вам нужно сделать это движение. На 7. На 8. На 8. Разом, когда увеличивается это количество этих точек, движение становится чуть легче и скорость движения руки больше. И затем до 12 нот. А потом я рекомендую поучить вам этюд Крейцера. В новых сборниках, точнее в сборниках редакции Санкт-Петербурга, этот этюд значится под номером 4. До-мажорный этюд на стаккато. Без вибрации, в спокойном темпе. Вам хватит вот этой одной фразы. Дальше сыграем, начнем этот этюд играть вверх смычком. Друзья, вот и все. Надеюсь, вам понравится этот способ. На самом деле он очень легкий и очень полезный. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Увидимся в следующем выпуске.